И снова здравствуйте, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры И сегодня, ребята, мы продолжим копать или умирать в Дикор Дай И в предыдущей серии, ребята, мы с вами встретились в том, что мы начали сражаться с черными броненосцами Нашли себе новых ресурсов и сделали всякое новое себе оружие При помощи того, что мы зарезали в итоге на вулкан и нашли там новую травку Но в итоге я сегодня вне серии такой подумал Блин, если я следующую серию буду снимать, там придется очень долго копаться Мне надо будет зарезать в новые подземелья а Что-то там такое придумать В итоге я начал копать себе новый туннель в вне серии и чтобы быстрее добираться до нужных интересных локаций, которые сегодня я вам покажу. И кстати, да, я уже немножко приоделся, так как пока что я пытался сделать этот туннель до нужной локации, я уже немножко приоделся. Купил, сделал себе броню из черных копателей и немножко изменил базу, поставил турельки, и вроде все, кроме моих раскопок, больше ничем не занимался. Ну, хилки еще начал крафтить, и я развязал войну еще с тремя видами существ. И на удивление я с ними могу справляться. Я думаю, что я сейчас развяжу войну, специально начал, точнее, сейф с сохранился на том месте, где мы до этого остановились, но он специально еще так же а, такой сделал, типа, думаю, блин, я, наверное, лучше запасусь специальным сейфом, а тут вдруг я все-таки не смогу с этими ребятами драться и такой да попробую если что вернусь обратно но в итоге я справился как-то и даже не пришлось возвращаться обратно сразу с первого раза у меня все вышло вот такой вот туннель раскопал зачем мне этот туннель спросите вы ну за тем что один из основных ресурсов появляется именно только в самом глубоком месте пока что который я нашел и там находится те сам кстати забыл забрать я здесь его оставил специально чтобы накрафтить еще этих панелек в общем сделал здесь такую раскопку и чтобы нам можно было быстро попасть вот в эту вот локацию Сейчас я уже почти до нее добрался, и вы поймете, о чем я. Да, здесь ресурсы, я их соберу чуть позже. Они мне как раз очень нужны, потому что мне надо скрафтить побольше тяжелых турелей. Мои, конечно, справляются, но не так сильно. В общем, ребята, вот такая вот локация. Здесь обитают черные пираньи. Технология автостроителей перестроена на использование местных что? Технология автостроителей... Перес... Что? А, он мне подсказки дает старые. Господи, я думал, что из-за того, что я нахожусь в этой локации, мне здесь новые крафты открываются. В общем, в чем суть этой локации? Зачем а, я сюда пришел? Зачем это сюда раскопался? Ну, помимо того, что здесь много кораллов и все в этом духе, здесь находятся черные пираньи, из которых мне дропаются те самые черные регенерирующие железы, которые нужны для строительства нового МК этого автостроителя, поэтому придется сейчас с ними тут сражаться, разбираться и выбить себе еще сколько желез. У меня сколько их есть. А, у меня всего одна регенерирующая железа. Надо, по-моему, 4 или сколько в таком духе. Так, здесь еще есть какая-то вот такая рыба. Только я не совсем понимаю, кто это такое и что это такое, но похоже на какую-то маленькую акулу. Ну-ка, если тебя убьют, то что будет? Так, э -э шкура акулы. На это просто акула оказалась. Я боялся, что сейчас э -э наступит какой-нибудь апокалипсис. Я просто думаю, что здесь, наверное, какой-нибудь босс есть. Его может как-то призвать надо. Либо же здесь нету, просто такая большая локация. Мне аж создалось ощущение, что сейчас я выйду на какой-то постфайт файт случайно. Но вроде нет. Вроде все нормально. Остается только поубивать пираний. И этот процесс, наверное, будет не такой уж быстрый, потому что пираний не так много почему-то, хотя до этого здесь ползал было их реально дофига, сейчас как-то не очень. Но не думаю, что. Так, не думаю, что это будет прямо совсем долгий процесс, это, кстати, да, их можно лазером убивать, тоже неплохо, но лучше все-таки за снайперки, она самая идеальная для устранения таких монстров. Кстати, ребята, да, по поводу лойсов, не забывайте ставить лайки, чем больше лайков, тем больше роликов по Дикордаю будет, кстати, возможно, этот моментик с перестрелкой существ я вырежу, так как, ну, это реально долго что-то получается, и я такой, знаете, сижу-сижу, вроде потом такой, бам! Я такой же лайки прошу. Ну, что-то такое, куда, куда делся половину моментов. Ну, просто я как бы по этому серии. Дикордай достаточно такая, знаете, игрушка не быстрая для роликов, поэтому приходится что-то придумать, чтобы а, она такая более кшоновая для вас была, более интересная. То, как я тут ползую полчаса там в поисках желез, это, конечно, наверное, кому-то интересно. Кто-то меня просил, чтобы я записывал, как я там базу перестраиваю, как я там землю раскапываю. Я бы, конечно, это мог делать, только чувствую, что большинство наоборот это не оценит. Хотя есть те, кому нравится. На, кажд, на каждый... Как она? На каждое видео найдет свои зрители, или как она правильно говорится, не помню. В общем, на, на, все найдется свой зритель, скажем так. Поэтому и землю, наверное, кому-то весело смотреть, как я копаю. Все, пятая железа. Ура, 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 ура! Пора сюда валить. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Время поджимает, время поджимает. Так, господи, что бы я делал, если бы не новая броня и пара хилок? Я реально тут уже развалился. Так, пожалуй, здесь надо подкоп сделать, так как я тут как-то странно построил. Так, оп, оп. И быстро, 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 быстро. Хорошо, что пираньи и того подобное не умеют летать и ползать по подземельям, или хотя бы просто. Знаете, где вода стекает вот так вот. Они а просто как откуда-то бы там сваливались. Я бы такой, оу, да, я вроде почти убежал, сверху на меня падает пиранья, например, и добивает меня. Вот это было бы. Э -э дислайк отписка наверное. Так, оп, оп, оп. Да блин, прыгай. Во, все. И по. По поводу того, почему здесь вот такая стена стоит странная, наверное, кто-то подумал, что что это такое, что это я зачем такую странную стену возвел. А я делаю прямой туннель, чтобы стрелять вот так вот. По врагам было проще. На прострел насквозь их брать. Так, ну что, новая, новый механизм у нас. Это у нас МК-4, автостроитель. Все, пошел. И это должно быть что-то на уровне божества какого-нибудь. Потому что МК-4 это не МК-5, но МК-4 должно быть что-то невероятное. Я вижу, что появилась куча всяких элементов, реле времени. А, короче, с электрикой всякая фигня появилась. Новый МК-строитель стоит еще каких-то черных кристаллов требует. Это написано редчайшие из кристаллов. Ё-моё. Так, ну что у меня тут еще есть? Электрическая мина одноразовая. О, я нашел, для чего ушки используются. Новая турель, лазерная. Интересно. Так. Кстати, вот, видите, они здесь пытаются подойти, но практически у них не хватает мощи. Они вроде что-то подходят, вроде что-то пытаются. Почти вроде получилось атаковать мой базу, Но в основном их сносит. Так, вот мне интересно, турель Тесла. Создает мощную молнию, направление врагов требует... Небольшой радиус, стреляет 3 киловатта. Вот, что я бы хотел попробовать. И темп стрельбы просто... Офигеть, 0,50 это, то есть, э, 0,50 это, то есть, два выстрела в секунду будет? Или это наоборот как-то по-другому здесь означает? Ну, наверное, так. Я, может, какой-нибудь глупый, конечно, но как-то не так, может, понимаю. Ну, в принципе, ладно. Так, импульсная турель еще есть. Низкая энергия. Мне больше турель Тесла хочется создать, тем более, что крафт достаточно простой. А, также я бы хотел лучше, но ремонтную турель, но это чуть позже. Что-то по оружию новое мне еще интересно. Какие-то новые пушки появляются. А, появился детектор воды, к черту детектор воды. Новый уменьшитель МК4. Для него требуется черный гриб. Ну, о, дыхатель... О, -о, -о, о, Я не зря убивал акул! Е... О, джетпак?! Вау. Так, погодите, дыхательную маску только сюда поставлю. Наконец-то я смогу долго плавать! Так, от джетпак требуется редкий энергетический камень. А, король среди... ну понятно, это после босса, видимо, браслет невидимости еще какой-то есть. Тоже уран требуется. Так... Ну, мне нравится, что моя база справляется идеально. Панцирь муравья исключительно прочный материал. Видимо, это еще где-то глубже находится муравьи, пока не муравьев пока не видел. <с> ну все, из этих штук это все. Оружие какое новое у меня из ушек вижу, величайший камень, опять же, кактус, маленький кактус растет на очень большой высоте, но так высоко еще не поднимался. Так, а что это такое? Урон 50, штормовая пушка. Ионизирует воздух в результате... Ну, 50 урона, это хорошо, это хорошо. А Грантомет, ну, осколок я камня не знаю, где взять. Уран, ну, я догадываюсь, где найти. Материал бешеного краба тоже сомневаюсь, что это такая простая штука. О, oh, ZF0, это же из пятого элемента, по-моему, пушка, если я не ошибаюсь. Выглядит, по крайней мере, так. Mm, ну что, я даже не знаю, чем заниматься. Сейчас придется тогда идти и добывать ресурсики. Очень-очень-очень много всего нового мне игра сейчас подкинула за счет нового МК. Надо начать как-то добычу энергии. Я меди собрал много, но не совсем знаю, как работает именно а, выработка ее, значит. Давайте попробуем тогда. Я займусь, наверное, энергией, а потом схожу... Куда-нибудь поглубже так микстуры сделаем, чтобы аптечки были. Сочная панель, конечно, круто, но она только днем работает, поэтому мне сказали, что это такой себе вариант. Так, провода делаем, провода мне пригодятся. А, что клетки, что щелкните на клетки, чтобы убрать Добавить или убрать их? Ага, вот. Это переключатель, переключатель не надо. Триггеры всякие пока не понимаю, зачем мне еще. Световой сигнал, видимо, это если делать какие-то замудренные механизмы с открыванием-закрыванием двери и всего такого, наверное, это для этого. А мне пока что надо выработать просто какую-то базовую энергию. Для этого мне потребуется водяной насос, потребляет 4 киловатта. Стоп, разве... А, вот гидрогенератор мне нужен. Так, давайте его создадим. Золото как раз у меня есть. А, производит энергию за счет давления воды до 5 киловатт. Мне 5 киловатт с с головой хватит, мне кажется, если я их выработаю. Так, ну я не уверен, что моего давления воды может хватить. У меня чувство, что мне вполне себе не хватает. Ух, тут здесь кораллы начали расти. Ой, акула! Что ты тут делаешь? Ты здесь просто появилась? Или это типа спал? Нет, стоп, нет, это просто акула здесь заспаунилась. Иначе плевать на глубину. Так, окей, гидрогенератор ставим сюда, вода есть, воду он вроде не уничтожает, но как узнать, какое количество энергии вырабатывает эта штука? Я надеюсь, что ее никто не сожрет. Ага, провода, так, стоп, а ты работаешь? Это вот типа как, это отсюда надо соединять? Этот генератор производит энергию за счет давления воды до 5 киловатт в зависимости от давления воды, вода должна перетекать с одной стороны на другую. А, вот как! Устанавливается минимум на 4 блока ниже поверхности воды. Чем больше давления тем больше... Стоп. Мне, получается, надо за счет давления воды... То есть... А, все, до меня доперло, как это работает. Но, блин, это надо постоянно это создать, типа, этот надо. Чтобы постоянно какое-то движение было. Ну, угу. я примерно понял, что мне нужно сейчас сделать, чтобы эта штука начала работать. Давайте попробуем. Если я правильно понял, надеюсь, я не настолько глупый и правильно понимаю, что это такое. Ну стоп, а как мне обеспечить постоянный поток воды? Это надо какой-то океан себе сливать тогда, наверное. Как все трудно-то, оказывается. Я думаю, что воду запихал и он работает. На деле это. Все потруднее оказалось угу. Ладно, тогда с энергией я займусь в ней серией Это будет все очень, а то трудно Я хочу пойти испытать дыхательную маску и, и закопаться еще поглубже Чтобы узнать, что там есть еще Хотя я предполагаю, что муравьи могут находиться Ну, по идее, действительно, муравьи находятся Скорее всего, в локации слева Потому что там больше такая, знаете, пустынная локация Там такой желтенький оранжевый песок И там больше похоже, что как будто бы там муравьи есть Но я могу ошибаться Это, это вся неточная информация так, Б -б 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 -б. блин, ну, быстрее спуск хочется сделать, но, к сожалению, лифта здесь не придумали. Либо придумали, но я до него не дошел, так что не надо мне писать в комментариях, что здесь есть лифт. Но если его действительно нет, то можете написать, что его нет. Так, о, божечки-кошечки, как же долго спускаться-то, а? Так, ну ничего, я спустился. Ну-ка, дыхательная маска, она мне позволяет прямо сколько угодно дышать под водой или как? Вау, мне вообще теперь не... Офигеть, вот... А, стоп, нет. Я думал, что реально, типа, такой опустился в воду и все забудь, что такое... Э, что тебе надо как-то дышать там, всегда будешь дышать под водой. Я на деле, блин, э, не все так просто. Обрадовался. их ладно. Так, слишком прочная треб... Ой-ой-ой, здесь, походу, это... Нужен нож... новый уже этот. Новая копалка, ясно Здесь у меня ничего уже не светит Надо копаться куда-то в левую сторону Или идти собирать ресурсы, улучшать базу Либо, я не знаю Давайте просто пойдем в левую сторону Хочу посмотреть, что там есть А, там, скорее всего, морской хрен должен быть Этот босс, которого писали Если, наверное, так Если, если посмотреть, насколько глубок, глубокая дырка к Его локации, то наверняка он где-то здесь может быть Ну, я не знаю Сейчас проверю, сохраню, кстати, на всякий случай Это давно не сохранялся Вроде пока все хорошо идет, поэтому можно посохраняться. Странно, что эти камни вроде похожи на обыкновенные, как сверху, но они прочнее почему-то. Блин, хочу быстрее ускоряться. Быстрее, 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 быстрее. Как, как же все равно медленно получается. Так, и эта локация по поощущ... Стоп, а если вот это собрать, это что? Это ствол подводного дерева. А, это подводное дерево даже. А я-то думал. О, здесь суша есть. Суши и суши здесь есть. Суши мы сами здесь себе приготовим. Я до босса хочу добраться, просто, поэтому я так устремленно двигаюсь в левую сторону. Хочу хоть раз с ним встретиться и узнать, насколько этот э, товарищ опасен. Но, скорее всего, у меня чувство, что я его даже не поцарапаю своим снаряжением. Может, он-то меня размотает, а вот я вряд ли ему что-то сделаю. По моим чувствам, по моим прикидкам. А, кстати, карту ведь не могу и на полный экран развернуть, нет, но. О, что тут так много летучих мышей? А, вот он, бешеный краб. Вот он, значит, где. Ей, друган, привет. Нифига себе ты летучих мышей призываешь. Скажу я тебе. Чувак, а что ты так летучих мышей ты любишь? Ну давай, мы так подеремся. А, он такой медленный? Серьезно? Он настолько медленный? Топ. Если он такой прям супер медленный, да мне убить, так вообще фигня. Я думал, что он прям реально такой, знаете, супер-босс, который там э, имеет невероятный запас ХП. и, и, и Ему что-то, конечно, ваншотит с одного удара, я не знаю. Но пока что это выглядит типа у меня есть маска, и я с маской всех убью. Так, еще мне надо, чтобы опустился поглубже, чтобы я через него перешел. Так, ну, ну из воды, я как понял, лучше не вылазить. Эй, чувак, ты что-то убегаешь. Мы с тобой что, уже все? Обидка? Я же тебя убью так. Стоп, где я так много хп потерял? Так, ребята, вы может пойдете куда-нибудь подальше отсюда? У меня как бы очень мощное внушительное оружие против как огромного скопления врагов. Чувак, ты что такое это? Скучный-то? О! Я думал, что ему уж пофиг на меня. Блин, ну это будет, конечно, не быстро, но я его спокойно могу победить. Какой-то проблемы в том, чтобы его убить. Что-то я не вижу. Он вообще регенерирует так чисто из интереса, я его не буду бить. Ну, походу, он регенерирует. Но знаете, если бы я сделал себе площадку какую-нибудь поудобнее, то я бы с ним спокойно дрался. Так. А, он рычит и призывает чуваков. Ну, блин, я его убью, но это будет очень долго. И мне надо поубойнее какое-нибудь оружие, так как очень-очень долго. Либо... Ну, я вот первую эту слепушку сделаю, когда зарезу до да, кактуса эти, наверное, и там уже разберусь с врагами. Либо можно, конечно, было бы здесь энергию провести, здесь как бы неплохое такое скопление воды, давление постоянное, поэтому можно было бы сюда переместить эту технологию. Ну ладно, это уже как-нибудь в следующий раз. На этом эту серию буду заканчивать. Сейчас я сохранюсь, всякий пожарный. На этом эту серию буду заканчивать. Если она вам понравилась. Если понравилось, не забывайте ставить лайки. Больше лайков, больше декордая. И если здесь впервые, также не забудьте подписаться. Все, удачи, пока. всем хорошего, всем приятного.